Все, и потом можно будет... Корзину. Да. Корзину. На самом деле, вот за эти ручки на старте держишь только для того, чтобы, если вдруг упадешь, не было желания руками в землю упереться и вылезть. Так, я отхожу. Только с этой точки зрения. Так ты не упадешь, потому что тебя держат эти штуки, которые я... Все, пока! Страхую. Она сейчас вот так вот, а потом будет опускаться. Да, тут, ну и что? Надо будет просто вытянуть. Все это, наверное. Вот, готов. Снимает камера-то? Да, я включаю. Ага. Что она уже тяжелая. Ну, сейчас взлетим, можешь ее просто ближе к центру взять. Что она упала. Frequency mode. Так, упираемся. Побежали. Все, летим так. Да, нормально. Все, круто, очень круто. Погода сегодня такая, мы наверх не на себя не берем. Ну что там надо нажать? Ну расскажи там что-нибудь после полетного интервью. Не, очень круто, конечно, но я в комментариях напишу. Ну давай.